Это коллективное письмо написали депутатам Химкинского совета обеспокоенные жители округа. Недавно в социальных сетях появилась информация, что на месте карьера в районе ЖК «Самолет» в Подрезково будет построен завод по переработке строительных отходов. Депутаты местного совета Ирина Беляева, Татьяна Кавторева, Николай Томашов, Алексей Федоров и Глеб Демченко организовали встречу с собственниками земли, чтобы прояснить ситуацию и защитить интересы жителей домов, расположенных недалеко от участка промышленного назначения. Представитель застройщика опроверг появившиеся слухи о намерении установить на месте карьера завод по переработке строительных отходов. Он пояснил, что в планах использовать территорию под логистический центр. В планах компании развивать эту территорию путем строительства логистического центра. Ориентировочная площадь 70 тысяч квадратов. Мы планируем создать при этом порядка 500 рабочих мест. Каких планов о строительстве мусоросжигательных заводов у нас нет? И не было. По заявлению руководства компании-застройщика, они будут ориентироваться на то, чтобы в первую очередь именно жители Подрезково и Сходни заняли новые рабочие места. В проекте строительства логистического центра между микрорайонами Сходни и Подрезково предусмотрены также отдельные заезды на территорию для грузовиков с Ленинградского шоссе, без использования автодорог, проходящих мимо жилых кварталов микрорайонов. Тем не менее, депутаты местного совета дали четко понять, что намерены контролировать каждый этап строительства, чтобы не были нарушены права жителей. Мы, в свою очередь, с коллегами будем держать эту ситуацию под контролем и сделаем все, чтобы микрорайон развивался в интересах жителей и в соответствии с законодательством. В работе местного совета депутатов нового созыва именно такое конструктивное решение вопросов при непосредственном участии химчан стало приоритетным направлением. И ситуация с земельным участком промышленного назначения в Подрезково лишний раз доказывает, что это правильная стратегия развития городского округа. Большое спасибо жителям за то, что они принимают участие в развитии их микрорайона. Я считаю, что мало просто сдать и заселить дома, нужно развить полную инфраструктуру, и развить эту инфраструктуру можно только при активном участии наших жителей.